почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Литерь, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Ой, дорогие слушатели, очень волнуюсь, пожалуй, как никогда. Потому что еще ни разу не рассказывала вслух о такой пикантной, интимной и не совсем публичной книге. Постараюсь быть как можно более деликатной. Не обессудьте. Эта книга пострашнее самой страшной страшилки и самого ужасного ужастика. Честно, холодеет все внутри и становится как-то не по себе. Хотя на первый взгляд все благопристойно. Автор, бакалавр и доктор наук Оливия Джадсон – эволюционный биолог и научный журналист. В настоящее время научный сотрудник Имперского колледжа Лондона. Для своей научно-популярной книги «Каждой твари по паре. Секс ради выживания» она выбирает любопытный жанр. Это эволюционная биология в виде эссе. Письма сочиняют взволнованные или испуганные пациенты. Насекомый палочник, австралийский красноспинный палочник, самка европейского богомола, морская игуана, сверчок полевой, павлин, клоп, шимпанзе, слон и многие другие насекомые животные. И отправляют эти письма весьма интимного свойства о сложных вопросах сексуальной жизни доктору Татьяне, знающий, обладающий завидным хладнокровием и чувством юмора. Доктор Татьяна успокаивает взволнованных корреспондентов, убеждая, что все в границах нормы. Так самый эффективный способ избавиться от соперника – смертный бой. Например, бурые тропические лягушки-гладиаторы в ходе эволюции обзавелись настоящими выкидными ножами на каждой лапе над большим пальцем. У них находится по острому втягивающему лезвию, наподобие косы. И когда эти парни сражаются, то целятся друг другу в глаз или барабанные перепонки. Просто резня какая-то из-за партнерши. А, собственно, что мы, зажатые в тисках повседневной суеты, хотели? Мы уже и забыли, в чем заключается цель жизни. Но с точки зрения эволюции, цели жизни ясны и понятны – выживание и размножение. При этом действительно существует естественный отбор. Одни сильнее других. А необходимость найти и соблазнить партнера – одна из мощнейших движущих сил эволюции. Война полов – не миф, а результат – удивительное разнообразие стратегий. Трогает печальная история 27-летнего африканского слона, которому, несмотря на раздражительность и страсть, придется ожидать свою слониху еще лет 30. Слоны в большинстве общаются в диапазоне инфразвука. Но печально то, что у самцов и самок слонов разные словари. Поэтому парни и девушки не могут друг с другом объясниться ни на одну тему. Грустно. И все же истинная любовь есть. Явление это редкое и ценное. Это результат пересечения удивительных сил природы. Безумно страшно и интересно. «Каждой твари по паре». Оливия Джадсон. До новых встреч. Дай почитать.